Так, ну что, друзья, добрый вечер. Проверим звук, как меня слышно. Сейчас пока проверяем звук. Добрый вечер. Спасибо всем, кто ответил в чате. Я, как всегда, пишу в чате. Коллеги, добрый вечер. Как всегда, напишите, кто в каком году познакомился с проектом. Так, звук хороший. Отлично. Вот э, вижу, Елена Фокина э, написала 2020 год. Супер. Просто, Елена, поздравляю. Сергей, 18-й год. Дмитрий, 21-й год. Шикарно. И Наталья, 20 год. И а, еще кто у нас там есть? Татьяна, 2018 год. Отлично. Еще у нас прибавляются люди, да? На площадке у нас сейчас уже 12, 11, 12 человек в интернете. Не знаю, не слежу. В интернете, в ютюбе не смог найти свою ссылочку, но не важно. Не очень важно. Так, все, звук есть. Спасибо большое за обратную связь. Тогда мы начинаем. Я сейчас включу, как всегда, включу э, э, демонстрацию экрана, потому что у нас комната в рабочем состоянии. Работает и. Значит, наши инженеры и айтишники доводят все до предела. Предыдущая комната уже заработала. Так, все, вижу, что пошло. Да, вижу, пошло. Отлично. Все, пошло. Все, еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим о технологии Unitsky String Technology. Сейчас мы так называемся, да. Очень красивое название. Подготовка к выходу на мировой рынок. И это должно быть правильно. Я думаю, что это... Я не думаю, я знаю, что это правильно, потому что просто так сказать, что Василий или Василий Иванович, это дво, две разные вещи. У нас юницкий String Technology. Прекрасная технология, великолепная технология с прекраснейшим историческим прошлым. 40-летним. Те, кто, вот сейчас я смотрел, смотрю на площадке, у нас писали, да, участники писали двадцатый год. Вот коллеги, сейчас прям повторюсь, специально Сергей, Дмитрий, Наталья, 20 -й, 21 -й год, Дмитрий, там вообще просто ну, молодцы. Прям большое спасибо вам за то, что вы, можно сказать, прям вот влились прям в самую десятку, я бы так сказал, самую десятку по направлению. Познакомимся со мной. Для тех, кто будет смотреть записи, для тех, кто не знает меня, меня зовут Владислав Волков. Закончил я технический университет по специальности инженер-механик. Руковожу Skyworld Community с 2015 года. Бельгия, Нидерланды были, Санкт-Петербург. Сейчас Бельгия и Санкт-Петербург. Юницкий стринг-технологии. Прекрасная технология, великолепная, светлая, чистая эко-технология, которая на сегодняшний день уже реально, я че точно и безукоризненно, как бы так смогу сказать, что реально воплощается в жизнь. Воплощается в жизнь четко, красиво, и тому следует следующая информация, которую я вам скажу. На этом слайде вы видите просторный, зал переговоров, я бы так сказал его, да, или как, можно сказать, к директору на ковер, Анатолий Ильич Юницкий, я далее о нем скажу. Это генеральный конструктор, основатель технологии Юницкий String Technology. Это его новое место такое сбора. Да, вы знаете, теперь у нас девятиэтажные здания. Я об этом еще скажу далее. Но вот такой круглый стол, где на сегодняшний день Решаются все важные технические, ну и не только технические, и все и бытовые и так далее вопросы. На заднем плане вы видите Unibike, это именно та машина, которая выступала или не выступала, как показывала нашу технологию в Дубае, да, в арабских эмиратах. И, конечно же, тот мальчишка, который держит палец вверх и говорит, что все классно. Возможно, что это будущий инженер или будущий наш партнер или же вообще будущий человек, который будет продвигать или строить эту технологию. Вот, идем дальше. Конечно же, очень много в те времена, еще в 77-го года, вы видите на, этой, на этом слайде, журнал «Автомобильные дороги», в декабре 1977 года он тогда говорил о нашей технологии Еще так как бы футуристически Или так можно сказать, как бы описывая ее И не, те, кто желает найти, я нашел эту статью Очень интересная статья, правда, очень интересная Но она познавательная Автомобильные дороги, журнал, декабрь 1977 -го года Писал о нашей технологии а Тогда она называлась немного по-другому На сегодняшний день мы имеем великолепный ряд наших, нашей техники. Да? Мы знаем, у нас более 15 моделей и 11 из них уже засертифицированы На данном слайде вы видите Анатолий Радович Юницкий, основатель, я бы сказал так, папа технологии, генеральный конструктор, прекраснейший человек, светлый, на, наблокотился на именно машину Сложную машину, тропическую машину Которая была изготовлена для Арабских Эмиратов Именно для тех климатических условий Которые существуют Жара, песок и так далее Именно в Арабских Эмиратах И это уже факт Эта машина ездит, передвигается, двигается И на сегодняшний день мы знаем Из репортажей, из видео Олега Зарецкого да, о том, что на этой машине уже перевозят людей. И доказательства тому есть, и они радуют. Это очень отрадно. Анатолий Иванович Юницкий на этой фотографии показывает именно ту демонстрационную часть полужок, полужесткого рельса, которая неоднократно и не один раз уже побывала на всевозможных выставках и показывала именно основную часть нашей технолог... одну одну я бы сказал так из основных часть частей нашей технологии это полужесткий рельс хотя друзья мы должны понимать и мы знаем об этом что типы струнных рельс у нас тип струнных рельс у нас не один да у нас есть жесткий рельс у нас есть гибкий рельс у нас есть полужесткий рельс и у нас есть еще один четвертый тип облегченный это колтюбинговая труба Тубинга труба для юнивин, Юнивинда, такой малыш, я его называю малышом, двухместный малыш, но он малыш такой удалыш, я бы сказал, потому что именно с этой путевой структурой она легче, легко монтируется, быстро устанавливается. Я думаю, что мы будем покорять в ближайшее время горные э, структуры. Это очень такая приятная модель. И не, не нужно забывать, друзья, коллеги, и те, кто будут смотреть у нас сегодня первый раз, и 2021, и 2020 год, жесткий рельс это у нас для определенных да, машин, может быть и подвесная, и навесная, но в основном жесткий рельс предназначен, как вы знаете, для высокоскоростной. И для грузовой Юниконту у нас есть такая машина перевозящая контейнеры 20 и 40 футовые. И не только, конечно. И возможно, может и другие машины. Но в основном именно жесткий рельс предназначен для этого. Гибкий рельс ⁇ это такая, я бы сказал, гибкая, нерезрезная путевая структура. Она очень... Я бы так сказал, я бы не так сказал, я бы точно сказал, что она не является аналогом канатной дороги. Вот здесь большая ошибка, когда люди именно эту, эту гибкую неразрезную путевую структуру сравнивают с канатной дорогой. Нет, ни под каким предлогом. Это совершенно другая. Именно с этой гибкой неразрезной путевой структуры мы можем шагать от анкерной опоры до анкерной опоры на расстоянии от двух до 5 километров. 5 километров это уже определенная смесь, заливающиеся определенные моменты в, в структуру нашу, в нашу, внедряются еще, но мы можем, да, шагнуть на это расстояние. Но до 2, до 3 километров это реально и э, действительно на самом деле и есть так. Полужесткий рельс – это уже полужесткая неразрезная путевая структура. Это для определенного также вида транспорта, со скоростью движения от 50 до 250 километров в час. На жесткой, на путевой структуре, на первой, да, мы показываем 500 километров в час. И реальная фотография с нашего экотехнопарка. Для тех, парка, для тех кто не знает, экотехнопарк – это наш демонстрационно-сертификационный центр в Мариной горке деревня Марина Горка, это Беларусь, под, от Минска 60 километров. Бывший танковый полигон, на сегодняшний день это прекраснейшая зеленая зона, где показано 5 реально действующих трасс, 6 и 7 строится и в ближайшее время подступ... стоит вопрос о том, еще пока не до конца решенный, но стоит вопрос о возможности все-таки Вдоль 68-й трассы автодорожной возможно, что и будет э, высокоскоростная трасса длиной 20 с лишним километров. Но это, Антон Люладь, об, это, об, это, об этой информации, Антон именно будет сам вещать. На эту фотографию обращу внимание реальная фотография. Спасибо нашему фотографу, который запечатлил на этой фотографии 6 наших э, транспортных средств. Высокоскоростная наверху, подвесная, подвесной, да, за подвесным, вы видите, двухсекционным, маленький юнивинт и далее, и далее, и далее. То есть шесть видов наших действующих реальных машин в действии, то есть в работе именно в Экотехнопарке. Хорошая фотография, прекрасная фотография, коллеги, берите себе ее для работы, для показа, то есть реальная фотография в действии наших моделей. Вот. Реальный наш завод, небольшое конструкторское, так, конструкторско экспериментальное такое предприятие, где, почему именно конструкторское экспериментальное, потому что никто еще на планете до нас не делал такой вид транспорта. Поэтому здесь как бы изначально были, было конструктором заложенная информация, я бы так сказал, заложенная конструктором информация, имело место быть или рождалась здесь посредством вот нашего предприятия, поэтому и Конструкторско-экспериментальный завод. Он, конечно, завод действующий, но тем не менее это была изначально изначально заложенная в него основа была вот именно такая. Это действующее предприятие с небольшим количеством людей, но тем не менее оно такое серьезнейшее реальное и очень такое, я бы сказал, достойное предприятие. И на левой верхней фотографии вы как раз видите Юрий Синкевич, именно тот человек, который поднял с колен ее мобиль. Это, если кто-то помнит, из старшего поколения олигарх Прохоров. И когда-то была такая у него идея политическая, во всяком случае, ее мобиль, электромобиль. Вот он как раз был человеком, который занимался и поднимал, то есть большой опыт имеет, большой опыт, колоссальный опыт и знает, что он делает. И я очень рад, что в нашей команде такие сильные члены. Естественно, переехали мы в девятиэтажное здание, реальные фотографии, сверху написано, написан наш логотип. Для чего? То есть переместились мы из четырехэтажного в это здание для того, чтобы коммуницировать, для того, чтобы быстро взаимодействовать и быстро решать вопросы на первом этаже. Как раз я вам первую фотографию показывал, первый слайд показывал. Это как, это как раз э, место сбора всех, всего инженерного, я бы сказал, такого ума. Внизу у Анатолия Ледовича в кабинете очень большой просторный, э, просторный кабинет, где стоит как раз Unibike из Дубая. Да, не только для инженеров, но еще и для делегаций, которые приходят, то есть они могут воочию увидеть в, де, в живую машину. Вот, инженерный состав у нас сейчас немного поуменьшился, со слов Надежды Косаревой, да, но тем не менее, я имею в виду в момент пандемии, по разным причинам, по семейным, по, по здоровью и так далее, по, по разным причинам текучка произошла, но тем не менее 650 основно, основных таких серьезных и очень высококлассных инженеров в разных направлениях у нас у нас остался и это радует и я даже этому я бы сказал так рад почему потому что остались самые приверженцы приверженцы и те кто ушли это ушли именно воздух ушел я вот так сказал не хочу сказать другого слова говорить но тем не менее вот, инженерный состав сильный, мы работаем даже в, эти, в, этот, в это время, не прекращаем работу, потому что работы много, развиваемся мы очень довольно-таки э, хорошо, хотя не всю информацию выдается, и это правильно. Я, я считаю, что не всю информацию нужно выдавать, потому что, я вам честно скажу, э, э, конкуренты не древнят. И далее вы узнаете почему. А узнаете вы именно вот поэтому... Что, вернее, знаете вы именно, прочитав эту книгу Вот эта книга «Инженер» Я заказал, видите, на фотографии три книги Вот сейчас я в руках держу еще один экземпляр Почему три? Для того, чтобы иметь, во-первых, одну для себя Для маркировки и каких-то моментов Моменты, которые вы, когда вы читаете книгу Я не знаю, как вы, но я читаю книгу с карандашом. Я какие-то моменты для себя отмечаю и потом пересматриваю их еще раз про, как это, знаете, про промысливую и складываю в копилочку. Три книги инженер. И сегодня я хотел бы пройтись по этой книге, потому что книга оказалась просто бомбовая. Для тех, кто еще ее не приобрел или ну, еще думает, или как-то еще, я просто рекомендую ее приобрести. И если не пробежаться, то прочитать и вникнуться, потому что всего лишь 400 страниц и 7 глав. Но они настолько... Это автобиография Антона Леонидовича Здесь я бы, я бы даже вам сказал, что скажу, что он выложил здесь такие сокровенные свои личные вещи. И даже я бы сказал, что он открыл те вещи, которые были закрыты для, для информационного поля. Но тем не менее, они все эти вещи в книге. Я рекомендую вам иметь эту книгу для партнеров, для коллег. Просто, просто настоятельно рекомендую заказать ее через, через интернет. Где-то две или три презентации назад я давал ссылочку на эту книгу. Найдите, посмотрите. Она есть. 900 рублей, по-моему, она стоит если я не ошибаюсь, 920 рублей, она стоит сейчас по скидке, а так 1300 с чем-то. Я заказал сразу три книги и очень рад, что я полностью простудировал эту книгу, эти, эту книгу. И сейчас я с вами поделюсь маленькими точечными моментами, потому что информации очень много. И эту информацию ну, вы должны сами, каждый должен взять на себя ответственность и эту информацию простудировать. Вот, часть первая. Мы просто пройдемся про тем моментом, которые для меня как бы показались такими, ну, не, более актуальными. Там есть, вы знаете, книга, книга очень хорошо написана, она легко читается. Там не только инженерные моменты, там есть все. Там есть и юмор, там есть и фэнтези, там есть и реальные фэнтези, я бы сказал так. Там есть все, и блокбастер, и так далее. Да? Первая часть. Истоки обстоятельства становления человека-изобретателя. Здесь как раз как здесь Анатолий Леонидович пишет о своем о мужестве пользоваться своим умом, о детстве. Но детство не только природа, и навсегда потерянная родина, хотя это очень важно. Но еще он уделяет много такие маленькие моменты логическому мышлению. Да? Увлечение ракетным моделированием, это в первой части. Первое разочарование на распутье учеба в институте. «Я хотел бы остановиться вот на мужестве, пользоваться своим умом». Здесь Анатолий Радович пишет, что «я сделал это», он пишет о, о технологии, да? «И мог бы, так сказать, раскланяться и принимать поздравления». Но в самом деле многим ли удалось что-нибудь подобное, создание уникального транспортного комплекса от идеи до воплощения и так далее, и так далее, и так далее? Годы не молодые, пишет он, мне исполнилось 70, но хочется еще так многое успеть, а времени остается все меньше и меньше. Далее там очень много идет информации вообще, что дальше, как быть, что делать и так далее. Потрясающая книга, ребят, рекомендую. Двигаюсь дальше, пишет Анатолий Владимирович, стараюсь не расходовать себя на сомнения, зато знаю, что такое борьба. Хочется верить и, и знаю, что победа будет, но в победах я особо в победах я особо не смыслю, он пишет, потому что очень много было падений. Но все равно, все равно победы есть, и я думаю, что Антон Иванович здесь не прав. В победах он не просто не смыслит, а он просто их закладывает в нашу технологию и закладывает в каждом шаге, потому что каждая наша, наш, вот я бы сказал, даже новая модель, каждый наш шаг – это наша победа. И вы узнаете, почему. Он немного вскользь проходит <coughs> о своей семье. Это очень интересный исторический факт. С, с правой стороны от Анатолия и его отец, папа да, Анатолия Эдуард Петрович. И об этом нужно знать, об этом нужно прочесть, да. И я бы хотел остановиться вот на этом 20-й 20 странице «Детство и логическое мышление». На маленький момент такой прочитаю вам. Однажды мы с сестрой смотрели фильм в летнем кинотеатре, экран которого был установлен в сторону Байконура. Байконур – это наш полигон, где мы, для тех, кто не знает, в Казахстане. Я как раз служил недалеко от Байконура, был в учебке. Ракетные войска. Анатолий Владимирович тоже был в ракетных войсках служил. Во время сеанса я увидел, как над полотном экрана в небо поднялась маленькая звездочка, ракета. Когда фильм, он не смотрел фильм, по-моему, он говорит, это было про, Фантома, про Фантомаса, пишет он, закончился, то пошел очень сильный ливень, хотя дожди в этих краях – это редкость. И это действительно там редкость дождей, там всегда Ветра и всегда просто просто жарище невозможно. Мы с сестрой брели по улице, по колено в воде и боялись утонуть, насколько бурным было течение. И я связал эти два факта: запуск тяжелой ракеты на Байконуре и ливень часа через полтора, на расстоянии нескольких сотен километров от космодрома. То есть получается, что запуск резко изменил погоду. Впоследствии я заметил. Это неоднократно. То есть как раз здесь Антуленович показывает детское, но уже взрослое логическое мышление. Я бы сказал так, инженерное лишь мышление. И очень хорошо, хорошо он описывает свою службу. В армии, хотя в принципе, вы знаете, он, он не должен был пойти в армию, потому что у него были небольшие, небольшой вопрос с, по, с надпочечниками и что-то там, что-то было с сердцем. Но когда его положили в больницу, он здесь описывает как раз этот момент, когда его положили в кардиологическое отделение для того, чтобы он прошел тестирование, то он опять здесь проявил свою техническую смекалку. Так как мужики, мужчины и больные играли в домино, а его это уже сильно раздражало, то он решил проучить их и э, при поддержке однопалатников приготовил из доступных в больничных компонентах очень неустойчивую взрывную смесь, безопасную взрывную смесь, то есть технический, вот, проследите да, технический склад ума, как он работает. И вот вечером перед сном положил смесь размером в горошину, в маленькую горошину, не больше, чем полграмма в газету. Газету на стол, по которой должны были стучать как раз доминошники. Рассуждал я так. К утру смесь высохнет, когда ударят чуть-чуть посильнее по столу, разданется хлопок. Естественно, все перепугаются, и любители домино разбегутся, и более, больше не станут мешать нормальным больным. Но вот что произошло. Игроки пришли, но играть они не стали. Соответственно, эту газету взял другой человек, тоже из сердечного отдела, кардиологического, да? начал ее читать, развернул газету, соответственно, произошел Взрыв, человек испугался, как бы упал на общем, Такая, в общем, и немножко смешная, но в то же время поучительная история. Соответственно, конечно, Анатолий Ядович за это был наказан, не получил соответствующие документы и ушел в армию служить как здоровый человек. Но тем не менее, здесь проследует вот эта линия о его техническом предпринимательстве, я бы так сказал. Часть вторая. Изобретение, которое меняет все. Здесь, вы знаете, очень большая такая емкая часть, там зарождение идеи общепланетарного транспортного средства, как спасти планету. И очень важный момент, как мои изобретения начали беспокоить Комитет государственной безопасности СССР, я на этом сейчас остановлюсь. Первые публикации и решения на них тоже очень интересный момент, для меня даже был, вы знаете, очень показательный, и некоторые моменты были было открытием. Я очень много читал об Анатолии Дадовиче, о его на публикациях, но там я впервые прочел, сейчас я вам о них покажу. Дальше было патентоведение, «Косметика», «Как моя изобретательская общественная деятельность», «Конференции по вопросам безракетного освоения космоса», «Звездный мир» и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, наберитесь сами терпения, эту книгу нужно взять, прочитать. Я остановлюсь только на маленьких моментах. Следующее – это о заявках именно на патенты, да, которые были много раз отказаны, много раз было всевозможные моменты, проходили и, и так далее. Следующие мои заявки были на подводные ракеты. Внимание, то есть подводные ракеты. И следующее внизу – это то, что меня удивило. На базе одной из подводных установок я изобрел пневмогидравлический гидравлический накопитель энергии большой мощности. Представляете, размещаемый в море и на суше, в грунтах водах, на глубине около километра. В мирное время это устройство может работать как аккумулирующая электростанция, куда закачивать и так далее. А он там дальше пишет, что и в военное время тоже можно использовать, но Каждый, естественно, изобретатель каждый э, э, инженер не желает, чтобы его изобретение использовалось в военное время. Я к чему? Я к тому, что даже для меня было это открытие, что заявка на подводную ракету и заявка на, на подводные установки на пневматические накопители энергии для меня это было открытие. Вы знаете в этой книге и такое очень серьезное. Далее такой, малень, такой очень большой и значимый момент, когда Антон, Антон Львадыч, отчаявшись, когда ему отказывали, отказывали по разным причинам, вообще просто нелепом, он решил опубликовать свою космическую программу, а затем и вовсе написал письмо генеральному секретарю коммунистической партии, тогда, вы знаете, в то время был Михаил Сергеевич Горбачев. Вот, письмо там тоже прикладывается, в текст письма можно будет тоже прочитать. Но что самое главное, вот как раз я отметил там момент, я сейчас вернусь назад, да, как мои изобретения начали беспокоить Комитет государственной безопасности. Вот после письма на имя Горбачева, и, соответственно, конечно, Анатолий заинтересовался именно этот комитет. Почему вы... И там очень хорошо, очень подробно все описано. Заинтригую, друзья, коллеги, прочитайте сами поучительная история, но просто ума такая помрачительная и исторически ценная. Часть третья. Оптимальный наземный транспорт как развитие идеи. Про эстакаду, да, общепланетарного здесь есть... Что будет с точки зрения А, почему я уверен, что струнный транспорт – лучшая система, почему оценка, далее идет эффективность, ресурсность, безопасность, комфортность, доступность, социальность и экологичность. И посмотрите, все это прописано очень подробно на 5, 6, 7 страницах. То есть очень подробно изложено все моменты. Эффективность, ресурсность, безопасность, комфортность, доступность, социальность и экологичность. Сегодня я остановлюсь на одном только, на 132 странице. Почему я уверен, что струнный транспорт – лучшая система перевозок из всех когда-либо существующих. И вот Антон Владимирович здесь пишет: Моя убежденность в том, что струнный транспорт лучший имеет три основания: законы физики, накопленный инженерией, практический опыт и оптимизация. Антон Владьвич очень часто говорит об оптимизации. Да? И, во-первых, мои изобретения, основаны на законах физики и на требованиях экономики. То есть и, никак, и политики, и иной конъюнктуры здесь вообще, он пишет, нет. Я подходил к разработке транспорта в первую очередь с точки зрения скорости, энергии, материи, то есть фундаментальных вещей. История, конечно, умалчивает, пытался ли кто-нибудь еще при создании транспорта начать его проработку с нуля, сказав себе, я ничего не знаю, кроме законов физики, которые действуют сейчас. В нашем транспорте это как раз и есть, присутствует. То есть, друзья, большая статья, ее нужно протестить, но я вот остановлюсь на некоторых моментах. Вторая причина – это преемственность идей. То есть, в любой системе важны не только отдельные элементы, сколько структурные взаимосвязи между ними. Вот Антон Иванович всегда говорит о структурной взаимосвязи, то есть случайное нагромождение деталей, он пишет: не равно двигателю. То есть, сложив в кучу деталей, двигателя не будет. То есть, должна быть структурная преемственность идеи и э, структурные взаимосвязи во всем. И неоднократно Анатолий Радыч говорил всегда, что 90 процентов энергии теряется при скорости, при скорости 350 км в час, при движении на аэродинамику. И там очень хорошо прописано и очень достойно. и Коротко и знаете, так четко про, про, проговорено. Он еще раз повторяется: что мною достигнуты оде, предельно возможные характеристики при продувке в аэродинамической трубе в Санкт-Петербурге. Мы знаем об этом, дальше я покажу. То есть, получился э, значение коэффициента аэродинамического сопротивления CX, э, высокоскоростного Юнибуса, равно э, теоретически возможному минимуму, то есть целых 0,4 здесь нечего улучшать и еще один важнейший момент на котором я тоже хочу остановиться это использование стального колеса в струнном транспорте то есть система стальное колесо стальной рельс определяющая эффективность движения по путевой структуре и имеющие кпд коэффициент полезного действия 99,9 процентов друзья то есть Усилием в килограмм можно двигать тележку весом в одну тонну. То есть всего 0,1% отделяет эту систему от максимального возможного КПД, которое равное 100%. 100%. То есть 99,9%. То есть при воздействии в один килограмм мы можем передвигать тележку весом 1000 килограмм. То есть вот эти два значения. Но это просто потрясающие значения, которые ну, могут вообще стать в априори или во главе глава всего. Да? Это очень важные цифры, друзья. Как раз на этом слайде вы видите именно форму капли нашего высокоскоростного юнибуса. Да, масштаб 1 к 5 в аэродемической трубе был продут в Санкт-Петербурге в 2017 году неоднократно. И после этого эта аэродинамика была зафиксирована, и после, после этого была изготовлена прекраснейшая машина. Я считаю, что просто уникальнейшая машина по всем параметрам в виде капли и бороздящие, вот увидите сейчас фотографии, бороздящие пределы нашего экотехнопарка в Мариной горке и также посетившего выставку InnoTrans 2018 это выставка, которая проходит раз в два года в Берлине и что немало важно эта машина, конечно, сделала фурор и удивила наших оппонентов и те, кто были на выставке, они, конечно, знают о чем речь и система стальное колесо рельс это не только передвижение да и эффективность движения по путевой структуре вот вы видите на данном слайде как раз колесо двиг, двиг, движется по головке рельса. Но еще у нас, вы знаете, происходит токосъем посредством колесо рельс. Это очень важный отработанный момент. Отработали мы его в Мариной горке. И это очень важный тоже технический момент. Часть четвертая. Трудности воплощения в теории и на практике мой первый бизнес. Антон Владимирович очень подробно и, вы знаете, очень откровенно прописал все это сожженные и не горящие рукописи. Поддержка президента Беларуси в Москву наказать чьи вольницу. Вот как раз на, на 180-й странице я остановился, вы знаете, очень два раза перечитывал и не мог поверить этому моменту. Прочитайте в этой книге сами. Организация Объединенных Наций, я на ней сейчас остановлюсь. Работа над грантом Надежды, генерал Лебедь, тоже потрясающая личность. И испытательный полигон струнного транспорта в Озерах. Я остановлюсь на письме исполнитель директора центра ООН Хабит и на гранте ООН. Начал, Антон Львович, подготовку к гранту ООН в Сочи. И вы знаете, что курорт, где туристический сезон в разы возрастает количество населения. И тогда Анатолий Иванович проработал именно путевую структуру строительства струнного транспорта. В данных условиях решала бы городские транспортные проблемы. Протяженность Сочи вдоль Черного моря почти 150 километров. И это позволяло бы использовать преимущество скоростного транспорта второго уровня. Заказчиком этого был, являлся он Хабиб. Хабитат. И он, заказчик остался доволен проведенными исследованиями, соответственно, и уже в 2000, в 2000 году одна из структурных организаций ООН высказала готовность выделить грант, невозвратную инвестицию, грант, чтобы вы понимание имели, да, невозвратная инвестиция в размером 30 миллионов долларов на исследования в области струнного транспорта. Большая часть подготовительной работы, пишет Анатолий Ладович, необходимой для получения денег, была уже проделана и так далее и там подобное, он пишет здесь. Но, когда это дошло до Минэкономики, Минэкономика это поддержала, а Министерство науки ответило таким образом. В России все транспортные проблемы решены, существующие дороги, существующие дороги не загружены, мы считаем нецелесообразным привлечение средств Он для развития каких-то альтернативных струнных технологий. То есть тогда еще существующие дороги были не загружены в 2000 году так сильно, как сейчас коллапс. И поэтому грант, естественно, не был выдан. Но 194-я страница, Антон Дадович не пал духом, появилась надежда. Тем временем, он пишет, я не прекращал работу, помимо сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, и, и, и так далее, и там подобное, он описывает здесь. И я приступил к строительству полномасштабного испытательного стенда в Подмосковье. Озеры, мы помним этот прекраснейший ЗИЛ-131 дедушка, который сейчас стоит в полигоне в Мариной Горке, но не самое важное в этом ЗИЛе 131 а самое важное это в путевой структуре. Здесь была показана путевая структура, которая реальная в жизни выдержала 15-тонный напичканные приборами зил 131 который фиксировал всевозможные показания эти показания на сегодняшний день нам очень помогают и полученные дипломы грамоты и всевозможные комиссии и люди которые присутствовали они конечно воочию были и наблюдали это именно там и именно в озерах произошло то что должно было произойти то есть путевая структура была испытана. 2000 год, город Озеры, Подмосковье. Исторический факт, те, кто не знает, вот 20-21 год, найдите в интернете, очень много об этом сказано, есть ролики, видео и так далее. Надежда, вот я на этом хочу остановиться, появилась надежда. Несколько раз за время, связанное с работой по гранту, мне приходилось ездить в Крым, пишет он. Вы знаете, потрясающая книга, правда. Очень многое в ней остается за кадром. Ее нужно просто взять и прочесть, и тогда понимание будет э, полное. Это я вам сейчас такие вот выдержки, можно сказать, урывочки. Урывочками забираю, для того, чтобы было понятно. Вечером после работы знакомые пригласили меня на дискотеку. Людей вокруг на дискотеке было много, но я сразу заметил ее. Девушку со сверкающими, как звездная, южная ночь глазами. И после этой, после того, как он с ней потанцевал, они расстались, естественно. и Анатолий Дадович не знал ни ее адреса, ни адреса, где она, ни, где она живет. И он дальше пишет, что когда он прибыл, приехал еще раз в этот дом, в этот город, ему непременно сердце его вело именно навстречу к надежде. Но где его, где искать эту надежду, он не знал. Поэтому он пишет, мне ничего о ней не было известно, нигде живет, нигде работает, просто бродил по курортному городку, расспрашивал встречных о красивой девушке с зелеными, со звездными глазами. И кто-то подсказал ему о том, где она находится, и он нашел Надю. Вот. И вы знаете, он пишет, что он пригласил ее пойти, описывает здесь, он пойти, ее, пойти вместе с ним в кафе. И на что она сказала, что она согласна при определенных условиях. И он как молодой влюбленный, 50-летний, вот тогда еще, в то время, да, э, на любые подвиги в свои 50 лет отправился искать. Э, и очень-очень э, интересно, друзья, вы должны сами там прочесть, я не буду сейчас рассказывать. Но, что я хочу, на чем я хочу остановиться, что во время разговора, когда они уже встретились и общались, оказалось, что Надежда еще в детстве, очень важный момент, я поставил восклицательный знак, Оказалось, что Надежда еще в детстве читала мою статью в журнале «Техника и молодежь» и хорошо понимала ее. То есть, представляете, как технически понимала его девушка. То есть, почему он тогда всегда говорит, в моей жизни появилась Надежда. То есть, это не просто женщина появилась, а это женщина, которая понимала его технически. То есть, она когда-то в детстве прочитала статью в технике молодежи, и хорошо понимал Анатолий о чем он говорит. А он говорил весь вечер. Анатолий может вообще днями говорить о своем, о нашем виде транспорта, о Юницкой Стринг Технологии. И, конечно же, дальше пошли последствия. И, как выяснилось, Анатолий пишет, что, как выяснилось, Надежда оказалась именно единственным человеком, которому... Который, которому я был нужен. И спасибо Анатолию Эдуардовичу за эту откровенность именно в этом плане, потому что это все-таки личное. Да? И теперь он пишет, Анатолий Эдуардович пишет, теперь у нас с надеждой две прекрасные девочки. Одной дочери в 2020 году исполнилось 11 лет, а второй 18. Друзья, это очень показательный момент, откровенность генерального конструктора, генерального... Основателя, основателя технологии И на сегодняшний день мы знаем, что генеральный директор ЗАО струнной технологии Является Надежда Геннадьевна Косер Вот фотография 2018 года Это только выдержки, друзья Все остальное прочесть для, для тех, кого заинтересовало Кому это интересно Часть четвертая прочитать прочи, Прочесть нужно самим да? Книги, Книга «Инженер» Мы сейчас говорим про книгу «Инженер» Анатолия Владимировича Юницкого. Это э, биография, автобиографическая. Часть пятая. У нас, у нас семь частей. Годы про, про, проб и ошибок, друзья. Быстро пройдемся для того, чтобы маленькие моменты. То есть э, ожидание и действительность, предложение, от которого невозможно отказаться, как я, был, как я лишился компании, дорога, Капи... кстати, 224 страница, дорога Капитонова. Вы знаете, для меня эта информация была тоже познавательная. Найдите сами, прочитайте. Я сейчас не буду. Для меня это было просто как бомба. Я об этом, правда, не знал без всяких. 226-я. Совершая сорванная поездка на Экспо. Поддержка президента России. И струнный транспорт в Австралии. Вы знаете, струнный транспорт в Австралии. Я рекомендую вам новое начинание и снова неудачи. Я, я рекомендую 200, 242 -я страница в книге Инженер. Рекомендую каждому, для кого это интересно, э, прочитайте. Но Анатолий Леонидович очень откровенно полностью разложил э, про Австралию все. Он выложил там все полностью. И некоторые моменты я сейчас э, оттуда вот выдержки сделаю, для которых... Которые для меня показались ну, такие актуальными Я тоже об этом узнаю, узнал только из книги Осмысливая те события с разных сторон Я вдруг осознал в корне фамилии У, зло, в узлов он там говорит о, о, об этом человеке В корне этого стоит зло То есть у, зло, в И обратил внимание на свою фамилию Английское написание, которое Юнит Скай ее можно расшифровать как объединяющий ЮНИ, НЕБО, СКАЙ через Т, то есть транспорт. То есть получается, тогда же заметил мое полное фамилия, имя, отчество. Юницкий Анатолий Леонидович. И по-английски сокращенно будет УАЭ, то есть Объединенные Арабские Эмираты. Друзья, вы видите, как все четко и последовательно сходится. Для тех, кто понимает, о чем я говорю, еще раз просмотрите, прочитайте и прослушайте четко и корректно ведут не только нас, но и Анатолия Радовича и всю технологию. Шестая часть «Спасение земли – дело рук землян. Здесь Анатолий Радович описывает о перезагрузке проекта да, «Струнный транспорт» в Литве. Он пишет, кстати, почему я хотел построить о Литве, в Беларуси, строительстве технопарка, отношения и мелочи, о трудностях, суды, в судах он описывает именно суды с сегодняшней, по сегодняшней уже ситуации, с прошлыми, с онлайнером, еще всевозможными моментами. То есть он не упускает ни один момент, который, который именно пагубно влияет на, на имидж компании. Да? Четыре года существования каких-то парков он прописывает то, что выходит на рынок. И дорога в Арабские Эмираты и Бремя Слава. То есть, очень подробно, и полностью, знаете, очень подробно и, и корректно. Анатолий Владыч, открыв сердце, рассказывает обо всем и прописывает это в, в этой книге. Коллеги, рекомендую. Перезагрузка проекта здесь он пишет о том, что говорят, что жизнь моя дорога. Здесь он пишет о своей перезагрузке, которая у него происход происходит на рыбалке. Он на рыбалке тоже перезагружается с новыми, новыми идеями. Да? И здесь он прописывает интересные мом моменты, такие смешные, которые происходили у, у него в жизни. Вот да? маленький момент. Он, замечу, кстати, не отдали ящик коньяка, эксперты, утверждавшие, что ЗИЛ на стальных колесах не сможет подняться по обледенелой струнной эстакаде в озерах. А почему он именно говорит, что и, и они тоже не отдали? Потому что здесь он прописывает смешную историю по поводу рыбалки: что он рыбачил намного больше, чем коллеги. При этом поспорили на ящик Коньяка. Струнный транспорт в Литве. Почему я хотел строить тестовый полигон в Европе? чего этим планом не суждено было сбыться? Очень подробно и четко все описывает Антон Леодович. Рекомендую прочитать, тогда вы будете полное понимание иметь про Литву. Остановлюсь только на маленьком моменте. Когда мы пришли в Литву, там активно работала, работали представители Siemens, предлагающие построить скоростную железную дорогу через всю Прибалтику за 20 миллиардов евро. Уже в одном из интервью я сказал, что мы способны реализовать подобный проект за 2 миллиона евро. Есть большая вероятность, вся эта кутерьма исходила от них у которых я со своим более эффективным и недорогим струнным транспортом в буквальном смысле встал поперек дороги. Это еще раз говорит о том, что когда Анатолий Давидович повторяет, что хотите рассмешить Господа, скажите о своих целях. То есть еще раз рассказав о целях, мы Подвергли себя вот такой опасности Но это был очень хороший урок И на всех вот этих неудачах Мы учимся, они нас крепят Как говорит Анатолий Владимирович В Беларусь на родину мы помним прекрасно и Уехали в Беларусь И мы начали строительство Экотехнопарка Очень красиво и хорошо И по-доброму открыв сердце Описывает все моменты Анатолия Владимировича Прям рекомендую прочитать все моменты по строительству, как происходило, что очень четко, корректно, без, я бы так сказал, без всяких проволочек. Пишет, фау, краудфандинг или краудинвестинг оказался наиболее привлекательной моделью для работы с инвесторами. И он полностью описывает все, все, все шаги коротко. Далее о трудностях не технических, но экономических и социальных тоже. Суды о судах я уже сказал, это с блогерами, с всевозможными, со старыми партнерами, основными, знаете, такие не стратегическими, а ну, более, я бы сказал так, сильно ужалившими вот так, которых нельзя было оставлять без решения. Потому что отвлекаться, если на всех, то, конечно, очень много, катастрофическое количество нужно времени. Но основные моменты, которые действительно на, нахулиганили и нагадили нам, на эти ну, их нельзя оставлять без внимания. И здесь как раз Анатолий Радыч о них прописывает, проговаривает и показывает нам их. Четыре года существования экотехнопарка в Беларуси. Что сделано? Анатолий Радыч здесь четко прописывает и выдает свое видение о том, что дальше будет, как он работает с чертежами и, и как он вообще продумывает все свои вещи. Дорога в арабские вещи я имею в виду решения технические, я в этом плане имею в виду. Дорога в арабские эмираты он здесь тоже открывает, вы знаете занавес, как это было, что происходило, почему именно так, а не иначе это все произошло и подтверждение тому мы имеем на сегодняшний день очень много фотографий, видео и всевозможных вещаний от разных источников о э, экотехнопарке, о, о, о парке в Шарже, да, демонстрационном сертификационном, и о сложности настоящего, часть седьмая, завершающая эту книгу, сложности настоящего и задачи будущего. Восток дело тонкое, меняются люди о, о частных моментах, эксперимент Вселенная. Что дальше? И продолжение следует. Вот что дальше, и вы знаете, он здесь очень. Логически и правильно раскладывает. Что же дальше? Но хочу остановить на маленьком моменте Восток. Дело тонкое. Вы знаете, здесь Анатолий Дадович очень красиво, и знаете, так я бы сказал, по-честному прописал все моменты и даже открыл один момент, который был, такой, был закрытый. Вот я сейчас его подчеркну, в первый день правительственного саммита в Дубае, на который мы привезли для демонстрации наши транспортные средства, у меня брали интервью, пишет Антон Леодович Среди прочего я высказал сомнения в эффективности американского проекта Hyperloop. То есть он высказал сомнения и предлагающего осуществлять перевозки при помощи специальных капсул, движущихся в камере с разряженной атмосферой в вакууме. В разработку этого проекта правительство одного из эмиратов инвестировало определенные средства. Я же сообщил, что с учетом затрат времени на герметизацию и разгерметизацию высокоскоростных струнных, высокоскоростной трунный транспорт, движущийся в атмосфере, сможет доставлять пассажиров и грузы в пункт назначения значительно быстрее. Это было как оскорбление властей, вложивших деньги в «Хэперлуп» хотя, Антон Ильич пишет, хотя такого у меня и в мыслях не было. То есть, представляете, почему, то есть, поймите, почему здесь Антон Ильич пишет, что Восток – дело тонкое. То есть, маленький такой момент, то есть, он высказал просто действительно техническую реальность, что Хэперлуп это, – это хуже, чем Skyway. Skyway – Движется в атмосфере и доставляет пассажиров и грузы нам намного, намного быстрее. Но это было оскорбительно для восточных людей. Под вопросом оказался наше участие в саммите, а также ряд соглашений, которые готовились к подписанию. И я не стал спорить, согласился со своей ошибкой, понес наказание. При этом отдал себе отчет, что наше участие в саммите и его освещение с местными СМИ дали больший эффект, чем мои издержки. То есть вот это был очень хороший урок – да, как, с, как вести себя с восточными людьми, то есть очень корректно, тонко и продумывая каждый шаг. Поэтому это был поучительный и хороший урок для всех для нас. Но в конце вот пишет Андрюля, что для меня, ну и для всей для нашей команды это было бы суровое наказание, если бы было бы, допустим. Решение Другов, пора по-другому было принято решение. Но помимо ответственности перед арабскими партнерами, партнерами есть еще и мои обещания и ответственность данные инвесторам, пишет Анатолий Леодоч. Поэтому на априори или на планке у него стоял тот момент, момент и он взвешивал в тот момент, и, конечно же, он принял решение правильное в тот момент, и э, в тот момент действительно решение было логически верное. Общепланетарное э, транспортное средство сегодня актуально еще больше. О нем очень коротко, но в то же время емко, Анатолий Радович здесь описал. Он очень много фотографий э, предоставил в этой книге. И я очень рад, что на этой, в, на, на, именно на этой фотографии запечатлился. И я, каким-то образом вставший да, в этом, но не каким-то образом, мы все именно присутствовали на этой конференции. Это была вторая, по-моему. Конференции, если я не ошибаюсь, весь состав членов правления присутствовали. Мы все как раз находимся здесь, в этом ряду. И я очень рад, что в этой книге я запечатлился энергетически тоже, если кто-то понимает, о чем я говорю. Очень хорошо и коротко, четко, инженерно, логично и доступно прописано все о космическом направлении немного, коротко, но четко. И понимание приходит сразу, когда начинаешь читать. Меняются ли люди? Здесь пишет Анатолий Владимирович свое мнение о людях. Но, что самое важное еще, вы знаете, он пишет, что дальше. Он прописывает, что дальше, как он видит и вообще, как происходит с его точки зрения и будет происходить все то, что происходит. И это очень, ну, об этом нужно знать. Здесь как раз приводится фотография, вот вы видите на данном слайде на нижней фотографии сын Денис, его супруга слева дочь Наталья дочь, и он здесь очень много тоже описывает и открывает те моменты семейные о сыне и рассказывает, что сын ее это тоже его правая рука и помощь в создании этой технологии и это очень радует, то есть у нас кадры и жизнь как бы дела, как жизнь как жизнь показывает, что у Анатолия Владыча преемники и последователи есть, и они подготовлены. <сёк> и тоже немаловажный фактор. Когда же я понимал, что сражаться, Анатолий Владыч пишет, когда я понимал, что сражаться дальше бессмысленно и опасно для жизни, я все оставлял и уходил. И он приводит пример полководства Михаила Кутузова. Михаил, Михаил Кутузов поступал так же, как и, я бы так сказал, даже, наверное, скорее всего, Анатолий Леонидович поступал так же, будет так, наверное, благороднее, да, поступал так же, как великий полководец Михаил Кутузов, главнокомандующий русской армии во время Отечественной войны 1812 года. Он проиграл все сражения и даже сдал... Москву, но, но на разграбление французам, но выиграл войну и у кого, у завоевателя Европы Наполеона Бонапарта. Поэтому вовремя нужно уйти, вовремя нужно уйти для того, чтобы саккумулировать энергию и оставить в как это в рабочем состоянии то, что имеешь, наполниться и добить врага. Вот так и поступает Анатолий Эдуардович. И он пишет здесь, что у меня за десятилетия работы над струнными технологиями 7 раз все отнимали до нуля, могли каждый раз убить. Однако я не сдавался никогда, не терял из виду своей цели, что очень важно, друзья, цель. Цель всегда есть цель, которая ему дает энергию и жизненное, такое жизненное стремление. Я оставлял все и уходил лишь для того, чтобы выжить и вновь подняться, чтобы снова бороться за будущее и победить. С уверенностью в этом я продолжаю нести всю свою тяжелейшую ношу собственными руками, взволя, взвол, взволенную на свои плечи. И знаете, чувство, чувствую себя при этом сильнее, чем когда бы то ни было прежде. Минск, 31 декабря 2019 года, до наступление эпохи коронавируса была написана эта книга прекраснейшая книга я вам ее рекомендую очень познавательная и очень емкая и для тех кто не может найти ответы я думаю что он найдет ответы на все свои вопросы именно в этой книге и в конце конечно очень много людей оставила свои рекомендации и свои, ну, вот, читая автобиографии, свои пожелания, вот так я бы сказал, как бы. Читая автобиографическую книгу, словно проживаешь с автором его жизнь. Мы поразительно малоспособны осознать значение, масштаб и величину многих достижений людей, с кем нам посчастливилось встречаться, общаться, сотрудничать, не говоря уже о том, если просто слышать о них. И здесь автор Михаил Орлов из города Берлина профессор, доктор технических наук, наук по двум специальностям мыслительная техника. Он приводит пример Антуля Адыча как человека, который работает по системе ТРИС и очень великолепно с этим справляется. Вот, друзья, поэтому вот так, коротко, можно сказать, и а может быть даже и не коротко, или объем, или как бы сказать, не коротко, а так вот сжато вот так я сжал все 400 страниц этой прекраснейшей книги. И думаю, что не думаю, что, а уверен, те, кто заинтересовался и кому, в общем-то, интересна судьба этого человека, и вообще интересно все то, что он делает, и как он делает, и почему, и для чего он это делает, и с чем это связано, почему столько раз падений, столько раз унижений, и вот он сам лично пишет, что семь раз у него отнимали все до нуля. И когда я читал некоторые моменты, когда Антон, Антон Людадович в Москве жил на вокзале, и то есть для меня открылись там потрясающие вещи, о которых я не знал. Спасибо Антон, Антон за то, что он так откровенно изложил все, все моменты в этой книге. Большое ему спасибо. Рекомендую, друзья, эту книгу, потому что здесь это не только инженерная часть, но это и вся жизнь именно по нашей технологии. Для тех, кто в этой технологии, для тех, кто принял решение поддерживать ее. И для тех, кто еще примет решение, я думаю, что это вовремя написанная книга, потому что многие талантливые люди, многие талантливые люди не писали вот такую книгу автобиографическую. А автобиография у людей, которые сделали важные моменты в жизни и вообще для стран, для, стран, для страны, для планеты, это очень важно, потому что то, что прописано на бумаге, уже не исправить, а прописано корректно и четко то, что хотел сказать сам Антон Леонидович. Друзья, всем рекомендую, линк и ссылочку надо найти на предыдущих вебинарах. Всех благодарю, всем большое спасибо и до следующих встреч. Читайте книгу, книга читается легко, 400 страниц. Но потрясающая книга, даже для меня, для человека очень много знающего Антоль Лядовича, для человека, с которым я очень много встречался с Антон Лядовичем, мы с ним много беседовали о разных вещах. Я слышал его, и, и на его сайте много-много чего видел сам. Но моменты вот я вам говорил про подводные ракеты, еще там всевозможные моменты, для меня это тоже из этой книги открытие. Поэтому большое всем спасибо, друзья. Работаем и. Идем дальше, идем дальше, и у нас впереди такая самая-самая-самая, можно сказать, приятная работа. Это один шаг до внедрения технологии. Спасибо, друзья. Всем пока. Счастливо.